Добрый день, друзья, с вами канал Кур в Мегаполисе, меня зовут Эдуард. Сегодня 17 сентября, 15:00, и вот сделал закладку инкубационного яйца перепелов от своего родительского стада. Все это я провожу в рамках тестирования комбикорма ДК-52 компании Мегамикс. Почему ДК-52? Ну, я уже ранее говорил в своих роликах, что хочу по полному циклу протестировать комбикорм этой компании. То есть посмотрели мы с вами, насколько качественно яйцо улучшилось и по яйценоскости у птицы, и по размеру яйца. Ну вот заложил 220 яиц. Смотрите, яйцо калиброванное. Здесь 57% яйца, средний вес которого 15 грамм. Ну и, соответственно, 43% 14-граммовых яиц. И они абсолютно, видите, без всяких прокладочек встали здесь в лоток ОВА-78. Инкубатора ОВА-78. Ну, в общем, через 17-18 дней мы с вами встретимся, посмотрим, какой будет вывод перепелов, насколько дружный. То есть я хочу посмотреть, насколько качество корма влияет на плод, на выводимость перепелят. Ну, с вами этими цифрами поделюсь, конечно. Ну и дальше будем откармливать перепелят до забойного веса. Кого-то оставим на родительское стадо. В общем, тесты на этом не заканчиваются, а будет продолжение. До встречи, друзья. Итак, друзья, прошло 17 дней. Сегодня 4 октября. Сейчас я перепелят подсохших достану. По пути мы взвесимся. Ну и какие-то промежуточные итоги я подведу. А окончательные будут уже после полного вылупления всех цыплят. Достал я 100 штук пока, ну, чтобы удобнее было взвешивать. По крайней мере, сразу наглядная цифра будет на весах. Коробка на весах. Получается, что средний вес перепеленка 10,64 грамма. Ну, обогнали своих родителей, которые весили 10,5 грамм при рождении. Ну что, друзья, перепелята выявились, обсохли, взвесились. Ну и с первых минут продолжают тестировать комбикорм компании Мегамикс. Вывод закончился, он составил 76%. В первый день выявилось 95% от общего числа. Ну и на следующий день и в ночь остатки довыводились. Причем, ну, последние перепелятки достаточно крупные были, до 12 грамм такие вот ребята. А средний вес вообще составил всего поголовья 166 перепелят вывелось. Вот, средний вес составил 10,72 грамма. Сегодня снова буду закладывать яйцо. Собрал калиброванное. Средний вес яйца 15,3 грамма. Посмотрим, какие перепелята получится из такого яйца. Но вот это, могу сказать, партия максимально крупных перепелят, которые у меня выводились. Раньше были 9-граммовые, 10-граммовые. Вот прошлая партия весила 10,5 грамм в среднем. Вот эти крупнее. Посмотрим, какие будут в следующем выводе. Ну, на этом мы тестирование комбикорма Мегакорм не заканчиваем. Да, теперь будем расти на индюшином комбикорме. Вот. Буду подсчитывать каждый день количество съеденного корма, как набирают вес, конверсию. Ну и в итоге мы с вами посчитаем, какие затраты будут до забоя, до половозрелого возраста. Ну, в общем, посчитаем там корм и день и сделаем выводы в очередной раз на
очередном комбикорме. Друзья, ну уложил я яйцо, обычно умещается 220 штук, но в этот раз только 200 уместилось, один ряд не влез. Яйцо осталось вот здесь у меня в ведре. Да, еще хочу сказать несколько слов о яйценоскости моих белых гигантов. На данный момент она составляет 89,7%, ну почти 90%. Вот некоторые люди ищут яйценоскую породу перепелов. Чем вам не яйценоская порода? К тому же и тушки прекрасные получаются при забое. Так что вот обратите внимание на моих перепелов. Всем удачи, друзья, всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал Куры в Мегаполисе и оставайтесь с нами.